Google. Go camp. I pack my backpack and go. Randy, my friend. Let's go. Let's go. Maybe. Let's go. Go. Thank you.
bird. Elk. Микаэль. I take my axe and go south 5-6 kilometers. Footprint elk. Elk was here.
Bushcraft peak. Ёк висен. Place. I like it. She likes it. Print. The
Да. Good. Thank you.
16-inch. Good, very good. Our friend elk. Go for it.
need back to the camp. Monster. Oh. I hear Mikhail. My friend. No, it's not Mikhail. This is the right. Garbage.
Okay. Будем ловить, наказывать. Что за люди? Зато есть металл. В лес тащить не надо. Я пометил точку. Поймаю этих нарушителей. Кругом он все разнесло. Вон мусор валяется. Куртки висят. Прячут так. Бестолково. Главное, на болоте сели. Думают, я болот не пойду. Пойду. Посмотрим, куда их нетропы ведут. Поставлю камеру с датчиком движения и выловим хозяина беспредела. Краед. Ого-го. Ёшкин кот, сколько леса съел. Жук. Вы посмотрите. Все съел. Да, здесь надо рубить срочно все.
Хотя, наверное, уже переполз куда-нибудь этот жук. Метров 50. 70. Вон, все. Все съел. Чисто елки. Сосна вот стоит нормально, все зеленое. Все изъедено. А потому что вот здесь вот завалы. Вот здесь завалы, и они в упавших деревьях размножаются постоянно. Вот так по всему стволу. А потом вылазят, вот тебе и пол леса съели. Вайнбрик. Надо разбирать завал, нельзя оставлять. Вам вот так вот будет все. Просто сожрал жук все. Капец, сколько вижу, столько все съедено. Вон, вон. Абсолютно нормальные деревья были. Дальше. Да. Вот этому лет 50, не меньше. Всю елку съел. Вот потому что вот под такими вот он. Деревья от ветра упало. И они под кору залезают. Размножаются тут личинки. Но они уже повыползали. Я зимой проверял. Вот, все съедено. И вот вдоль всего ствола. Естественно, это природе они далеко не поднимаются на елку. Точно в районе 1,5 метров. Но дерево из-за этого гибнет. А когда свежая елка упала, и ее никто не убирает, будет цивилизация жуков. Да уж. Все сожрал.
Я с тобой.